DEXP E145 Hard Reset. Нажимаем две клавиши, кнопку громкости вверх и кнопку питания. Две клавиши держим, пока не загорится экран. Экран загорелся. Из трех строчек Recovery Fastboot Normal нужно выбрать первую. Перемещаемся по меню кнопкой громкости вверх, а выбираем кнопкой громкости вниз. Выбрали строчку Recovery кнопкой громкости вниз. Ждем, пока включится зеленый робот. Включился зеленый робот. Бывает, что нужно подождать, он сам включит Recovery. Бывает, что нужно самому. Кнопку питания нажимаем, попадаем в следующее меню. Вниз опускаемся до строчки Wipe Data Factory Reset. Выбираем кнопкой питания. Если питание не срабатывает, то кнопка громкости вверх. Он перебрасывает следующее меню. Здесь нужно выбрать строчку Yes, Delete or User Data. Я выберу строчку No кнопкой громкости вверх, потому что у меня есть важные данные в телефоне. Вам выбрать строчку Yes, Delete or User Data. Перебросить в предыдущее меню, сделать сброс. Здесь внизу будет надпись Data Wipe Complete. А здесь, в этом меню, нужно выбрать первую строчку Reboot System Now. Ее выбираем кнопкой громкости вверх. Телефон перезагрузится, сбросит свои настройки. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.